Новые перевозчики, начавшие работу в Чебоксарах в рамках транспортной реформы, испытывают острый дефицит водителей. Необходимо порядка 150 человек. Эту проблему глава республики озвучил накануне на заседании в Доме правительства. Сколько сейчас еще дефицит водителей? 150 человек. Да? 150 человек сегодня работают на автобусах из других городов. Готовы принять 150 человек с зарплатой 25-30 тысяч. При этом в первый месяц водителям, приходящим на новые маршруты, готовы платить до 50 тысяч рублей. Однако люди на работу не идут. При этом сотрудники «Чувашавтотранса» по-прежнему не высвобождаются. На предприятии числится более 700 человек, в простое 620. Это одна из причин роста увеличивающейся задолженности «Чувашавтотранса». Глава республики отметил, что в сфере перевозок должен быть наведен порядок.